Нравится вам на войне, соколы мои дорогие? Да, нравится. Безумец, безумец, безумец. Что ты причитаешь? Наконец-то хоть одна живая душа в этой пустыне. Кто она? Мирча. Оставайтесь здесь. Ты, Мирча, дерзок. Разве дело в моей дерзости, Баязид? Но я могу лишить тебя жизни. Тогда и твоя страна, и войско останутся без головы. С ними будет мое сердце, но ты этого не сделаешь. И что же меня остановит? Гордость. На Западе скажут, что ты испугался меня, несмотря на огромный перевес в силе. Ты хоть и стремишься завоевать Европу, но мнением ее дорожишь. Европа? Что ты, ее христианские монархи не очень спешат на помощь к тебе. Я снесу их надменные замки, их величественные соборы и накормлю своего коня в Риме на престоле святого Петра. Тебе не удастся остановить меня. Мои сыновья получат в наследство всю Европу. Ты же не так глуп. Нам лучше договориться. До тех пор, пока нога хоть одного чужака топчет эту землю? Нет. Кое-кто думает иначе. Знаю. Но пока жив я, и те, кто думают, как я, нас не покорить никому и никогда. И это любовь к свободе — мое наследство. Пойми, у меня нет времени. Если бы я вдруг остановился, то мои же собственные подданные разорвали бы меня на куски. Я смету все преграды на своем пути. Я был с тобой откровенен. Чего ты хочешь? Говори! Теперь слушай меня, Баязид. Мы живем на этой земле испокон веков. Все, кто хотел покорить Запад, проходили здесь. И возвращались домой тоже по этой земле. Но мы выстояли. А теперь пришли вы. И вас очень много. Вот ты сказал, что боишься своих подвигов. Неудивительно. Кто думает о покорении чужих народов, должен сначала свой превратить в дикого зверя. Таков ваш закон. У нас другие законы. Закон доброты. Закон уважения чести и достоинства человека. Даже если ты выиграешь эту битву, я все равно не покорюсь. И везде, на склонах гор, в долинах рек, в лесах я буду уничтожать твои отряды. Мне жаль. Ты выбор сделал. Thank you.
Светлейший султан, Гяур атакует слева. Послать туда мою кавалерию. Прости, светлейший. Надо было убить Мерджибея, когда он был в твоих руках. Да. Вероятно, ты прав. Он и полностью разбит. Усилить охрану султана. Победа! Встань, Изедин. Когда-то я очень неуважительно говорил с тобой. Пришел час расплаты. Коня ему. Ты свободен, Изедин Бей. Мы никому не мстим. У нас другой закон. Мерджи. Говори. Жаль, что ты не турк. Господин, спасай свою бесценную жизнь. Долг этих собак умереть, защищая тебя. Ты святая надежда наша. Надежда на победу ислама. Войско отойти за Дунай.